Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре сабвуферный динамик от компании Vibe, серия Black Air. Динамик идет размером 12 дюймов, V4, вот так его название звучит. 12 дюймов – это 30 сантиметров, вот такой вот коробочке поставляется. Динамик идет двухкатушечный, и давайте посмотрим комплектацию его. В комплекте у нас идет мануал небольшой и также наклеечка Vibe серебристого цвета, вот такого вот. Также поролоновые подкладки под сам динамик, когда устанавливать, то есть подкладывать нужно под динамик. Ну и сам динамик, также есть саморезы для установки и закрепления динамика. Вот такой вот динамик. Корзина идет литая, из стали. Магнит идет ферритовый, закрытого типа. Есть также резиновая вот такая вот накладочка, с помощью которой защищается магнит и его корпус. Сопротивление на двух катушках идет по 2 Ома. Подключение идет с помощью пружинных коннекторов с одной стороны и также с другой. Материал подвеса, здесь идет резина, материал диффузора, полипропилен. Вот так это все выглядит. По мощности довольно-таки мощный динамик. Номинальная мощность 550 Вт, пиковая мощность 1600 Вт. Чувствительность у данного динамика 89 дБ. Сопротивление, как я уже сказал, по 2 Ома на каждой катушке. И монтажная глубина, если вот так вот смотреть, то 17 сантиметров монтажная глубина. При покупке на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Также нужно учитывать, что для данного динамика нужно будет делать корпус. Корпус нужно правильно просчитать по литражу. И также подобрать хороший и мощный усилитель. Каталог усилителей и также более подробные характеристики и стоимость на данный динамик вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.